Скажи-ка еще раз, глашатай, чем ваши стражи заслужили? Поясни. Преданность делает храбрым. Храбрость делает жертвенным. Жертвенность ведет к смерти. Можешь сразу покончить с собой. Преданность. Жертвенность. С самого рождения я был изгоем. Заморышем. Как и принято у кабал, меня выбросили, оставили умирать. Меня подобрал опальный старик-ученый. Он увидел во мне что-то стоящее. Он растил меня, учил, тренировал. А теперь из благодарности я стану орудием его мести. Мести империи, что предала его и саму себя. Изгнание, насмешки, боль — все это сделало меня сильнее. Я отдал все, чтобы добиться не просто одобрения, а славы. Моя маска глашатай скрывает воплощение преданности и жертвенности. Я не возьму свет силы. Сделать это будет поражением, а я не знаю поражений. Теперь ты понимаешь, почему я буду избран. Понимаю. Понимаю, сколько ты сделал. Операция на спутнике Юпитера завершена. Как только закончим клетку, будет все необходимое, чтобы начать процесс извлечения света. Доминус, все, чего мы добивались так долго, почти наше. Осталось одно — твой приказ. Нет, это не выход, мой друг. Но это верный выход. Единственный. Не для меня.